Отношения Бреста и Кувордена имеют множество составляющих – экономических, образовательных, культурных. Последние, кстати, активно развиваются в данный момент. На встрече с мэром Бреста Александром Рогачуком, помимо представителей вертикали власти голландского города, присутствовал ансамбль «Саксолот». Коллектив уже во второй раз принимает участие в фестивале «Январские музыкальные вечера». По словам Александра Рогачука, это хороший пример народной дипломатии, вносящий свой вклад в развитие двусторонних отношений, уровень которых, к слову, высоко оценивают и очень ценят представители голландской стороны. Мы приехали в Брест не только для того, чтобы посмотреть ваш город. Очень важно укрепить наши уже и без того очень хорошие отношения. Брест нам дружественен, здесь живут хорошие люди. Такие же у нас и взаимоотношения. Уже есть связи во многих сферах, есть и перспективы на будущее. Среди таких перспективных направлений взаимодействия – здравоохранение. Во время визита гостям удалось оценить уровень медицины города над Бугом. Делегаты были им приятно удивлены. Однако всегда есть к чему стремиться и чему поучиться. Обмен опытом должен иметь свойство постоянства. Точек соприкосновения очень много. Они приятно были удивлены, на самом деле, уровнем нашей медицины, уровнем образовательного процесса. Мы очень существенно в последние десятилетия продвинулись в вопросах реабилитации инвалидов, в вопросах других безбарьерной среды и так далее. Есть интерес у голландской стороны оказать методическую и организационную помощь по хоспису. То есть мы очень важно, когда будем вот сейчас хоспис достраивать, использовать уже имеющийся опыт этого города, который хоспис работает уже не один десяток лет, понимаете? Поэтому член муниципалитета проявил интерес к этому делу, и я хочу подключить вот в эту программу. В том, что отношения Бреста и Кувордена будут развиваться, сомнений нет. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Яркое тому подтверждение – системный характер двусторонних встреч и выполнение договоренностей, которые в их процессе достигнуты. И еще, уже в ближайшее время Брест, по словам градоначальника, начнет подготовку к 30-му юбилейному фестивалю «Январские музыкальные вечера». И организаторы не видят его без участия голландских творческих коллективов. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».